Сегодня в программе. Путешествие в Елец. Мы познакомимся с личностью купца-мецената Александра Заусайлова, стараниями которого в начале 20 века Елец стал одним из самых красивых уездных городов России. Церковные приходы в начале 20 века. Продолжение беседы с историком Алексеем Бегловым. Почему в 21 веке молодые люди не спешат взрослеть? Продолжение разговора священника Алексея Уминского с гостями программы. Здравствуйте! Мы продолжаем наши встречи, продолжаем наш разговор о взрослении. Задавайте ваши вопросы. А сейчас принято говорить, что с 7 лет уже может ребенок исповедоваться. Но говорить о том, что к этому времени ребенок уже достаточно взрослый и как именно личность и духовно, мне кажется, еще рановато. В основе этого вопроса лежит способность человека к осознанию своих дурных поступков, к исправлению своей жизни, к исповеди по-настоящему, не как формальному перечислению своих дурных поступков, слов или чувств, да, а как возможность в самом себе увидеть вот это вот понимание добра и зла и встать на сторону добра, а если ты ошибся, признать это и вернуться в состояние добра. И мне кажется, что это и есть первый изначальный критерий взросления. Вот это понимание добра и зла в человеке, личностное понимание, переживание настоящее, серьезное добра и зла. И, конечно, вот этот вот формальный семилетний период, который обозначен в церковной традиции, подчеркну, нашей церкви, он достаточно, конечно, он не учитывает очень-очень-очень многих вещей. Легко ориентироваться священнику на какие-то формальные точки. Но, тем не менее, для ребенка несозревшего это не бывает на пользу. И, конечно, да, действительно, бывают такие дети, которые созревают позже, которые не готовы еще к тому, чтобы переживать исповедь как таинство. Но бывают гораздо более трагические вещи, когда человек не созревает в принципе до этого, когда человек отказывается от ответственности, будучи физически зрелым, взрослым, способным, там, скажем, вступать в брак, идти на выборы, принимать какие-то серьезные решения в своей жизни. Потому что перед нами, перед каждым из нас, вопрос добра и зла – это не какой-то такой отдаленный вопрос какого-то добра и зла, который находится где-то там далеко, да? А это ежедневный выбор наш на самом маленьком, простом уровне. Незаметно для себя мы решаем этот вопрос, по крайней мере, обязаны решать этот вопрос всегда и постоянно. Это мучительное и не очень легкое состояние человеческой души, но только это делает нас, в общем, людьми-то. И вот вопрос этот решать не хочется, потому что все время кажется, что за этот вопрос за тебя решит кто-то другой. Скажем, вопрос добра и зла в нашем детстве для нас решали наши родители. Они нам говорили, что такое хорошо и что такое плохо. Потом ты вроде стал взрослым, и тебе самому теперь надо решать. Ты понял, например, что это плохо, а ты с этим плохо находишься в непосредственной связи, на работе, в общении с людьми, там, где-нибудь в каком-то другом обществе. И тебе надо делать выбор. Что делать дальше? Не обратить внимания, промолчать, закрыть на это глаза, чтобы сохранить некое удобство жизни. Или тогда все-таки что-то сделать. Тогда и последствия будут для тебя определенные, твоего выбора. И поэтому ты стараешься не решать вопрос добра и зла для себя. За тебя его решает коллектив, в котором ты живешь. Что считает большинство, то и нормально. Для тебя это решает телевизор, который ты смотришь. Ты, собственно говоря, ничего не решаешь, ты просто принимаешь определенную форму жизни. И ты живешь в этом постоянном понимании, когда вроде бы ты на стороне правды все время находишься. Вроде бы ты все время там, где добро, но это не твое добро.
это добро, которое тебе предложили в качестве удобной вещи. Добро в кавычках. Добро, которое твою личную ответственность отодвинуло в сторону. Добро, которое тебе приятно, потому что оно тебе выгодно и комфортно. И вот вопрос-то, вы понимаете, в чем? Вот беда-то в чем? В том, что человек, даже взрослый, пришедший на исповедь, он будет исповедовать какие-то отдельные маленькие элементы греха. Простые бытовые случаи. Ну, там, сосиску съел в среду, понимаете? Правило какое-то не дочитал. Ну, вот, может быть, даже осудил священника. Ой, какой страшный грех ужасный, понимаете? Но все-таки, да. Ну, и так далее, понимаете? Вещи, которые, в общем, собственно говоря, бытовые, которые не имеют принципиального отношение к добру и злу не имеют. Это не принципиальные вещи. А вот глобальные вещи, личные ответственности за происходящее в твоей жизни, вот, ты не будешь этой ответственности даже знать и брать. Вот это и есть ужасная история. Понимаете, когда человек вроде бы взрослый, вроде бы с пузиком уже, понимаете, а что такое добро и зло, он не знает. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас молодежь стала достаточно самостоятельной, и молодежь имеет возможность сейчас зарабатывать достаточно большие деньги в соцсетях. А вот как вы считаете, это хорошо? Есть ли сторона обратной медали? То есть как вот с вашей точки зрения? Это хорошо, что дети зарабатывают честным и хорошим трудом, когда они умеют и понимают, как в этом мире можно вот каким-то образом себя обеспечить, с одной стороны. С другой стороны, вы помните, может быть, ну, может быть, люди более старшего поколения, которые тоже здесь, слава богу, есть в нашей студии, помните, да, лет 25-30 назад, вот, когда еще в наших школах писались сочинения, да? Помните, какие были наиболее популярные профессии, выбраны детьми-подростками в школе? Кто-нибудь вспомнит из старшего поколения? Учителя? Нет, это были 90-е годы. Нет. Менеджеры. Нет, они так слов таких не знали, менеджеры, в 90-е годы. Они знали два слова – киллер и проститутка. Вот те, кто по-настоящему тогда уважались и позарабатывали деньги, и те, кто были вот в том мире, в который показывался в сериалах телевизионных, вот они были героями того времени. И тогда детское сознание выбирает себе героя. Вы понимаете? Вот, кошмар, катастрофа, да. Но ведь не меньшая катастрофа, когда в сознании ребенка выбирает для себя вот образ жизни олигарха. Понимаете, да, о чем я говорю? Нет ничего постыдного быть богатым человеком. Нет ничего постыдного зарабатывать много денег честным трудом. Есть профессии, которые действительно обеспечивают человека очень большим содержанием. Тут нет вопросов. Но вот поверьте мне, не космонавтом, ни пожарным, ни полицейским, ни учителем, ни теми людьми, ну, так, врачом, скажем, да, благородных профессий, профессий служения мира. До сих пор никто быть не хочет. Поэтому вот то, о чем вы спросили, это болезненный вопрос. И теперь со школьных скамей уже хотят стать блогерами. Понимаете, да, потому что это деньги из пустоты, это слава из пустоты. И это не менее опасное явление, нежели это было в 90-е годы, вы понимаете, в моем представлении. Нет ничего дурного, когда наши молодые люди, подростки стремятся приобрести профессию и уже зарабатывать. Это очень хорошо и достойно. Вопрос, что лежит в основе? Спасибо. Спасибо вам. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Небольшой уездный город Елец веками расцветал и развивался благодаря своему купечеству, которое славилось не только богатством и деловой хваткой, но и благочестием. Стараниями купцов город украшался церквями, и купола золотились по обе стороны реки Ельчик. Одной из самых заметных елецких купеческих семей были Заусайловы. А Александра Николаевича Заусайлова по праву можно назвать наиболее выдающимся представителем этого рода. По современным меркам, он прожил короткую жизнь, всего 55 лет, но за это время успел сделать очень многое. Александр Николаевич Заусайлов родился в 1860 году. Уже в 17-летнем возрасте он
унаследовал производство, табачное производство своего отца. И за короткий срок сумел сделать фабрику такой, что она стала в одном ряду с крупнейшими табачными фабриками Орловской губернии. На его производстве трудилось 1000 человек, 1000 рабочих и 75 приказчиков. Годовой доход фабрики составлял более 4 миллионов рублей. Значительная часть этих средств шла на улучшение условий труда и благотворительность. Для детей своих рабочих купец построил ясли – сказочной красоты дом в центре города по проекту архитектора Вильфорта. Дети здесь находились под присмотром жены Заусайлова, Варвары Васильевны. Но самым главным даром Заусайлова родному городу стал величественный и необычный храм, который называют Великокняжеским. Он был построен для общества хоругвеносцев, которое находилось под особым попечением брата императора Николая II, великого князя Михаила Александровича, в честь его высочайшего визита в Елец. Храм был посвящен небесным покровителям купца и великого князя, святым благоверным Александру Невскому и Михаилу Тверскому. Архитектурный стиль и скорость возведения храма поражали воображение жителей города. В 1909 году, 11 февраля 1909 года, состоялось торжественное освящение этого храма. И, конечно, он является жемчужиной нашего града Ельца. Уникальная отделка. Вот если мы видим, сейчас находимся внутри храма, уникальная отделка из майолики. Она была заказана нашему художнику Васнецову. Храм был оснащен самым современным оборудованием. Была проведена электропроводка, храм освещался электричеством, что паровое отопление было в храме. И, что удивительно, на центральный купол храма был поставлен хрустальный крест. Внутри креста были установлены электрические лампы, и в ночное время включалась подсветка. Рядом с храмом по решению Александра Николаевича Заусайлова был выстроен Дом Милосердия, или, как его тогда называли, Дом Презрения. Здесь жили обездоленные старики и вдовы. Что удивительно, когда в советские времена дом был национализирован, превращен в коммунальные квартиры, вот этот герб над входом, двуглавый орел, царский герб, его закрашивали просто краской, но он сохранился, вот чудом сохранился, дошел до наших дней в том первозданном виде. Заслуги Заусайлова были высоко оценены государем-императором Николаем II. Елецкого купца первой гильдии наградили орденом святой Анны III степени, святого Станислава II степени. Кроме того, были пожалованы высокие чины и потомственное почетное гражданство. Планов у купца Заусайлова было очень много. В частности, он мечтал построить церковь для Елецкой мужской гимназии, с которой связывали его теплые воспоминания. Но не успел. 15 июня 1915 года он скоропостижно скончался. Находимся мы за алтарем Великокняжеского храма. Здесь в 1915 году был похоронен купец первой гильдии Александр Николаевич Заусайлов, действительно статский советник. Эта могила была восстановлена, так как в богоборческое время могила была разрушена, склеп, тело было оттуда вынуто из гроба, все это осквернено, и было здесь все это уничтожено. И только вот в 2002 году проведены были изыскания здесь, все это было отреставрировано и восстановлено. Богослужение в Великокняжеском храме проходит в праздничные и воскресные дни. И за каждой службой здесь поминают Александра Николаевича Заусайлова, мецената и строителя этого великолепного храма. В Ельце бережно хранят память о своем выдающемся земляке. Церковные приходы в 20-е и 30-е годы 20 века. Обновленческий раскол. Кампания по изъятию церковных ценностей. Беседа с историком Алексеем Бегловым.
Алексей Львович, сегодня мы продолжаем с вами разговоры о жизни православных приходов после революции. И как раз продолжаем 20-30-ми годами. Это было время беспрецедентного гонения на церковь. С такими гонениями Русская православная церковь еще не сталкивалась. И большевики очень успешно и удачно использовали, если так можно, конечно, сказать, использовали в борьбе с церковью так называемую кампанию по изъятию церковных ценностей. Вот как проходила эта кампания и как приходам удавалось ей противостоять? Спасибо за вопрос. Здесь нужно напомнить, да, что в эпоху революции православный приход вошел в ситуации, когда прихожане сами взяли власть, если можно так выразиться, в приходах, да, в свои руки. Это произошло сразу после февраля, весной 17 года. И весной 18 года собор Русской Православной Церкви и священноначалие, в общем, осознали, что миряне являются как бы той опорой, на которую можно, церковь может опереться в условиях начинающихся гонений, начинающихся преследований, реквизиции церковного имущества, храмов и так далее, и так далее. И по своей сути приходская революция, так называемая, да, стала основой того, что мы называем приходским возрождением 20-х годов, потому что 20-е годы стали очень таким необычным, парадоксальным временем, да, когда, с одной стороны, советская власть явно заявила свои вот такие антицерковные амбиции, а с другой стороны, действительно, низовая церковная жизнь была очень бурной, очень разнообразной. Причем речь шла и о столицах, и о Петрограде, и о Москве, и о том, что происходило на селе. Мы видим, что создаются самые разные как бы новые организации приходские, приходские братства, союзы братств, союзы приходов, некоторые специализированные организации такого рода, там, хозяйственные комиссии, например, в Москве еще во время гражданской войны создается, чтобы обеспечивать приходы дефицитным вином и мукой, да, чтобы совершались богослужения, ну и так далее, и так далее. Да, самый известный пример, наверное, это Петроградское Александро-Невское братство, очень хорошо описано. Это было такое, ну, во многом, ну, не совсем, но там было очень много молодежи, такое молодежное было братство, которое занималось самыми разными вещами, да, то есть это было и просвещение, которое было уже запрещено советской властью, и благотворительность, работа с неблагополучными слоями населения, и там квартиру, например, снимали в рабочих районах, туда могли прийти там люди, ну, в кризисных ситуациях, например. Да, это были разнообразные кружки. Из Александро-Невского братства выросли первые тайные монашеские общины, которые мы знаем. Ну и так далее. И в 22-м году, когда начинается условие голода, страшнейшего голода, начинается кампания по изъятию церковных ценностей, да, которые используют голод как предлог для политического натиска на церковь, власть сталкивается с тем, что те вот права, которые были даны низовым приходским организациям в декрете 18 года, они, потому что план власти заключался в том, чтобы своего рода противопоставить прихожан и иерархию. Но в условиях гонений, особенно в условиях так называемого обновленческого раскола, который как раз провоцируется властью в 22-м году в рамках кампании по изъятию церковных ценностей, власть видит, что возникает своего рода союз между низовыми религиозными структурами, приходами, приходскими братствами и епископатом. Да, как раз для борьбы с обновленчеством, особенно на селе. Да, причем используется сам уже такой обкатанный еще в годы приходской революции в 17-18 году прием, да, когда приходит священник, например, обновленческий на приход, да, прихожане требуют от него, чтобы он принес справку или какой-то документ, что он нормальный, да, от тихоновского епископа.
А тихоновский епископ, когда к нему приходит человек, он приходит, да, предлагает ему получить некую санкцию от прихода. Алексей Львович, а вот давайте вернемся к обновленчеству, потому что это такая малоизвестная, да, для широкого круга людей движение, малоизвестное движение в истории церкви, но которое сыграло очень значительную роль и поставило, по сути, под угрозу, да, существование церкви. То есть это был раскол, но раскол, который использовался и вырастал под крылом ГПУ. Появляется вот эта фигура Веденского, да, который провозглашает некий христианский социализм, да, говорит о том, что большевики ближе ко Христу, нежели все предшествующие там, правители Российской империи. Они тоже выступили с неким письмом, в котором осудили священство, да, вот тихоновского, так сказать, направления, которое не хочет помочь бедным голодающим. Для советской власти кампания по изъятию ценностей была такой повод, чтобы начать политическую кампанию борьбы с церковью. Спровоцировать людей и, да, на и защиту репрессии. Этих ценностей, а да. Так и происходило, вот эти известные события в Шуе. В Шуе, в Смоленске, затем в Москве там было немножко по-другому. Действительно, это была такого своего рода спланированная провокация. А что произошло вот в Шуе? В Шуе, когда комиссия по изъятию ценностей пришла, соответственно, в собор шуйский, часть прихожан, причем в отсутствие духовенства, забаррикадировалось в нем, ударили в набат, собрался местный народ, как бы комиссию выгнали, но местные власти прислали туда сначала роту красноармейцев, их, правда, разоружили довольно быстро, а потом и пулеметы на грузовиках, и там был, и люди расстреляли. Да, там были жертвы, но этот вот эпизод, он был использован, ну, собственно, лично Лениным, да. Который написал письмо в связи с событиями в Шуе, как для него это было доказательством церковного заговора против советской власти, да, вот этот акт сопротивления мирян. И, соответственно, это было использовано как именно такой сигнал, как спусковой крючок для начала репрессии, для начала такой спланированной уже кампании, цель, задачей которой было по сути физическое уничтожение русской церкви. Алексей Львович, вот вы упомянули, рассказали, да, о приходском возрождении 20-30-х годов, но было и другое явление, когда на фоне вот этого преследования церкви многие люди как бы уходили в катакомбы, да, в тайное монашество, совершались тайные монашеские постриги, тайные монашеские общины формировались. Вот какую роль сыграли эти люди для сохранения вот этой церковной традиции? Ну, здесь несколько есть аспектов. Действительно, вообще, поскольку монастыри с самого начала оказались вне закона... Они закрывались, да, быстрее, чем приходы. На территории советской власти, да, то тайное монашество возникло довольно рано. Уже в 22-м году мы знаем документированное свидетельство о возникновении первых монашеских общин сначала в Петрограде как раз, под эгидой Александра Невского братства, а потом в Москве, ну и в других регионах тоже. С приходами было немножко по-другому. Все-таки такое массовое явление, как такие вот подполье, церковное подполье именно приходское, это рубеж 20-30-х годов. И здесь такой важнейший момент, 29-й год, год, как называл его Сталин, великого перелома. Да. Коллективизация. Да, это переход к коллективизации сельского хозяйства. И коллективизация, конечно, была очень удобным поводом, во-первых, для репрессий против духовенства, против церковного актива, против тех активных мирян, которые уже как бы были выявлены властью за 20-е годы. Вот. И вообще общего наступления на церковь. И вот в этом контексте, конечно, закрытие церквей и массовых репрессий формируется массовое приходское церковное подполье. Да, то есть уцелевшие священники и миряне, они продолжают исповедовать свою веру, продолжают хранить верность священнической присяге, да, и просто совершают требы на дому. Если нет священника, то миряне сами очень часто собираются вокруг, например, там, иконы, спасенной святыни из храма, например. Да? А очень часто оказывается, ну, позже оказывается, что у них там и ключи от церкви где-то есть, и иногда они что-то как-то там пользуются чем-то.
Вот. И то есть это вот как бы церковная жизнь, как я иногда говорю, вот в это время, во второй половине 30-х годов, это такой айсберг, который потихонечку погружается под воду, и наверху остается малая часть, а все остальное как бы скрыто под темной водой, но на самом деле иногда что-то просматривается, и в общем власти так и власти, и церковные власти тоже понимают, что, что на самом деле жизнь идет, что она не исчезла, что церковь не уничтожена, что она живет, но в особых формах. Алексей Львович, спасибо вам огромное за этот очень интересный рассказ о героическом сопротивлении русских православных приходов вот в эпоху гонений на русскую церковь. Спасибо вам. Очень рад.